Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте большущие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков сейчас наберем, тем больше серий будет выходить, да? Жидос. Да, конечно, конечно, я, в принципе, готов уже идти строить. Что это у тебя там за спиной, сопля какая-то, а? А ну. Какая сопля? Вот, желтенькая сопля, вот. Потом посмотришь у меня. Да, не знаю. Так, ну ладно. Не знаю, какая желтенькая сопля. Ладно, уже все, Жека, я пошел строить, давай. Хорошо, давай тоже. Ой, ну что, ребята, в принципе, я уже построил мой троллинг. И в чем будет заключаться троллинг в этой серии? Тут не будет никакого Стефана, не будет Ибрагима, не будет бомбежки, как в предыдущей серии. В этой серии у нас будет небольшой такой сюжет. В чем заключается смысл? Мы недавно с Жекой преодолели отметку в 1 миллион подписчиков. И нам двоим, в принципе, должны выслать золотую кнопку. Да, но Жека живет в России, а все мы знаем, какая почта в России. Ему предыдущая его кнопка. Серебряная кнопка шла больше, чем полтора года. Поэтому в этой серии я над ним немного поиздеваюсь. То, что мне кнопка придет через пару месяцев, а ему придет опять через два года. Или он ее вообще не получит. Потому что данная серия будет сделана на основе Почты России. Я не буду вам ничего говорить. Я знаю то, что вы не любите, когда я много объясняю про троллинг в начале, да? Но я быстренько вам скажу то, что ему нужно будет попасть вот сюда, в этот фургон с ящиками, чтобы он нашел свою кнопочку. Ему нужно будет зайти через вот этот код. Он пойдет убивать вот этих почтальонов, искать тут код, но кода тут не будет. Только потом он допрет то, что ему нужно будет залезть вот сюда, потом залезть вот сюда на крышу, или не на крышу, или может сюда вниз, потому что именно вот тут будет карточка, с помощью которой он сможет проникнуть вот в этот фургон. Только, конечно, близко он не сможет туда подходить, потому что провалится в лаву. Ему потом нужно будет перепрыгнуть, выбраться отсюда, пойти через вот эту дверь, зайти в фургон. Он тут ничего не найдет, потому что тут карточки, точнее, потому что тут кнопки не будет, но найдет код, с помощью которого откроет вот эту дверь, выберется наружу. Потом пойдет вот сюда, откроет дверь в саму, в само здание Почты России. Потом я заставлю его писать письмо вот этому почтальону, после чего он его напишет, он ему даст карточку. Он зайдет вот сюда и будет тут искать свою кнопочку, которая будет находиться под унитазом. Я скажу, ты видишь, какая у нас, какая у вас Почта России, то, что хранит твою золотую кнопку в сундуке под унитазом. После чего я заставлю его упаковать, точнее снять, как это, ребята, называется, магнитный замок в магазинах. Допустим, когда вы покупаете одежду, там вот эта фигня, чтобы кто-то ее не стыбзил, они потом ее открывают. Да, вроде магнитный замок, если я не ошибаюсь. Но как он его пойдет снимать? Он пойдет снимать специальную комнату, где кинет вот этот свою золотую кнопку туда вниз, чтобы вот этот магнитный замок снялся. И кнопочка упадет на плиты, которые активируют Тинти. Я скажу, Жека, твою мать, ты перепутал. Это не склад там, где снимают магнитные замки. Это утилизация там разбившихся посылок при переправлении на почте. И я скажу, Жека, прощайся со своей золотой кнопкой. И в принципе тут все шандарахнет. Надеюсь, то, что будет смешно. Подождем, пока Жека достроит, и пойдем проходить его троллинг. Ну что, Эдик Перчик, ты готов? Кого? Повтори, что ты сказал? Говорю, дед Пердун, ты готов? Ой, слушай, баба, ну давай. Я прям готов, я побежал пока. Стоять! Все, стою. Подожди. Да, собственно, Эдисон, я тебя хочу поздравить. Почти месяц назад, может быть, чуть больше месяца назад, у тебя стукнуло 1 миллион подписчиков на YouTube. Я тебя хочу с этим поздравить. Как ты знаешь, за это YouTube вручает такую награду, золотую кнопочку. Ой, Жека, мне кажется, мне кажется, у нас сегодня испытания немного будут одни и те же. Я, если честно, то же самое построил. Это я сказал тебе про свою идею, почему ты украл ее у меня, а? Ты знаешь, как это было? Ты сказал, мы про галочку ВКонтакте говорили, а потом ты сказал, я говорил ему, что построю троллинг, хотел построить троллинг про галочку ВКонтакте, что ему вот ее не давали очень долго. Потом такой он говорит, в принципе, похожая идея про золотой кнопкой. Я такой, ты такой переспрашиваешь.
Надеюсь, ты не про золотую кнопку строишь? Вот, я перепросил про золотую кнопку, потому что я сам про нее начал строить. Я тебе буду говорить, я тебе буду говорить, про что я буду... Блин, короче, ладно, так получилось с одинаковыми троллями, ну ладно. Жека, ну подожди. У нас у обоих стукнуло по 1 миллиону, поэтому, как бы, мне кажется, все логично. Я за своей кнопкой пойду, а ты за своей пойдешь. Ну хорошо. Ребята, первый раз вот такое-то, чтобы мы построили одно и то же. Я переспрашивал у него, он сказал, Вот вы как думаете, я должен ему говорить, про что я строю троллинг, да? Ну как ты видишь, у нас получилось одно и то же. Ну ладно, давай. Да, ну ладно. В общем, Эдисон, заходи на офис YouTube, тебе... Ну, зайти, что хочешь. Ой, сейчас нужно чекпоинт поставить. Ну, ты знаешь, офис Ютуба, он как бы охраняемый объект, так сказать. Сейчас ты пехни. Сейчас. Это охраняемый объект, поэтому тебе нужно аккуратно у него заходить, вот. Ничего ломать нельзя. Да я не ломаю, я ничего не ломаю. Ты Гимо 2 включи, говно, сейчас. Да иди ты в сраку! Я так и знал, что ты здесь пойдешь с левой стороны. Да почему? Я поставил спаунпоинт, почему я опять где-то в жопе появился? Ты потому что, видимо, поставил спаунпоинт, знаешь, типа, сверху у тебя еще блоки есть. Поставь еще раз. Вот. Все, давай, Эдисон. Ты должен пройти, ты должен зайти в офис YouTube. Охраняемый! Каратистом в подвале охраняемый TV. Ладно, молодец, ты пробрался в офис YouTube, я сейчас тебе открою страшную тайну. Ой, не надо, пожалуйста. Директор YouTube. Мой муж это директор YouTube. Да, именно он. Ой, здрасте. Знаешь, я тебе кое-что хочу сказать. Чтобы получить золотую кнопку, ты думаешь, она тебе просто так приходит? Не. Чтобы получить золотую кнопку, ты должен доказать своим любимым подписчикам и, собственно, мне, что ты достоин этой кнопки, что ты настоящий ютубер. Для этого тебе придется пройти пару испытаний, собственно. Заходи и проходи. Я ищу что-то, может тут... А может тут что-то? Давай. Ты просто любишь дверь там? Ну ладно. Так. Все, давай, проходи. Вот, твое первое испытание, пока я тебе не буду говорить, что это здесь испытание, ты сам должен догадаться. Вот. Тебе потребуется вот такая броня. Я думал, что я не буду видеть твой скин, поэтому дал тебе твою голову. Ну ладно, одень твою голову. А ты видишь мой скин? Да, я вижу. Да нифига, чё, всё... Меня нападают хейтеры! Эдисон, убить своих хейтеров! Ребята, помогите мне хейтеров убить, помогите! Они как бы... Нужно бить всех до единого! Они убиваемые вообще? Нужно бить! Да, убиваемые. Красава, давайте, ещё немножко осталось. Ой, какие громкие! Давай. Жека, они не возрождаются? Не, всё нормально. Ой, это главный хейтер! Давай! Нате, паскуда, на, иди сюда! Еще один хейтер летает в геймоде! Иди сюда! Да не хейтер, я вообще подписчик. Так вот, Эдисон, ну собственно, все видео, теперь найди выход отсюда. Они там еще в чате всякой фигни понаписали. Да я видел, это хейтеры, не уже. Я хейтеров как бы вообще не считаю, так что. Так, Жека, что-то тут не ладно. Ну я тебе подскажу, тут просто тут скрытый проход, да, есть. Спасибо. Вот, Эдисон, вот и я. Ну. Я тебе приготовил подарки для твоих подписчиков. И чтобы войти в следующее испытание, ты должен сделать приятное для своих подписчиков. Все твои 7 подписчиков находятся в этой комнате. Ты должен им сделать подарки. Вот. Только без карточек всяких, которые у тебя уже есть, так что не надо тут. Ну как я туда зайду, если... Вот это... Тут все подписчики находятся в этой комнате, собственно. Ой, кажется, это хейтер. Видимо, как с подписчиками... О, подписчик. Давай. Подписчик. Дари ему подарок. Ой. Молодец. У тебя, правда, 7 штук нужно, ну ладно. Что? В смысле? Ну как бы ему подарил 7 подарков, он мне 7 спасибо дал. Жека. Нет, нельзя! В смысле нельзя? Ты должен найти всех подписчиков. Подожди, ну ты же... Ну ладно, ты же это не продумал. Нет, ты должен подарить... Стоп, ты должен подарить подарки всем подписчикам, а ты подарил только одному. Ты не проходишь... Да все, ладно, я их найду. Я их найду сейчас, подожди. Ну хорошо, давай, ищи. Ага, мне кажется, тут никого нету. Мне кажется, тут никого нет уже. О, подписчик. Свалился, еще один подписчик. Так, 1, 2, 3, 4. Подписчик.
Сколько? 5 уже, да? 5 уже подписчиков. Да, подписчики, да. Вы где? А ну пока, а ну не прячьтесь, не прячьтесь, подписчики. О, что там было? А, нет, это у меня что-то залагало. Залагало что-то. Так. А подписчики, вы где? Покажитесь. Так, Жека, мне кажется, ты меня троллишь, тут больше никого нету, а? Есть, есть. Оп, подписчик. Последний подписчик. Да, где же последний подписчик? Да пошел. Нет, это, видимо, это явно не подписчик. Да, это что-то не похоже на подписчика. Так. Так, где тут? Я точно знаю. Так, главное не упасть, да? Где-то. Жека, ты подскажи хотя бы, холодно, тепло, я не знаю. О, подписчик нашел. Ладно, мой десантин, ты нашел, призывай проходить дальше. А почему тут кейкард второй уровень? Чё-то карточка, походу, не подходит. Да, чё-то не подходит. Эх, да. Ладно. Придётся прийти, собственно, ко второму варианту. Так, я сейчас расстегну шлинку, сейчас подойду. Да, да, и сам себе там давай посмокчи. Так, давай, давай. Ты должен, чтобы дойти, ты должен... Ребят, и он говорит то, что он не извращуга. Вы видите, какой он извращуга? Еще, еще. Ой, да ладно, ладно. Уже построить нельзя. Держи ты свою карточку. Ой, Гомосек. Гомосек изращу, а все, пошел. Так, Кадисон, заходи, только не заходи, пожалуйста, в эту дверь. Хорошо, хорошо, я понял. Постой пока в этой комнате, хорошо? Не хочу. Нет, нет, нет. Нет, Джек. Ой. Пока, открывайте, открывайте, посылка пришла, Я не буду открывать, не мой дом, я сюда забанил, маньяк. Посылка пришла. Уходите, уходите, уходите. Ладно, чё вы там? Почтальон. Вы тут золотую кнопку заказывали. Знаете, ваша золотая кнопка немножко побилась дороги. Вот. Вот. Ну, в принципе, можете подождать новую, она придет через полтора года. Через полтора. Я пойду получать свою. А, всё, да. До свидания. Мне сейчас интересно, через сколько ты свою получишь, да? Пошли, Жека. Так, тихо. Ой, ой, у кого там за кем там полиция приехала? Это у тебя там было или нет? Да. А ну тихо, тихо. Все, уже не слышно. Да. Так, Жека, пошли посмотрим, через сколько придет твоя золотая кнопка. Пошли. О, подожди, а мне снять броню, да, к почтальону? Да, да, да. Гемот 2 или гемот 0? 2. Ну все, хорошо, я готов проходить. Ой, так, сейчас да я твою вот эту сниму. Так, Жека, мне нужно выбрать тебе оружие. Потому что, ну, знаешь то, что у вас Почта России, ну, не особо хорошо работает. Там все мы это знаем. Твоя предыдущая кнопка приходила у тебе... Вас, у вас, да. Приходила тебе сколько? Полтора года, да? Давай будем надеяться, что в этот раз она не придет через полтора года, хотя посмотрим. Так, добро пожаловать, Жека, там, на Почту России. Так, тебе нужно идти и выпросить. Это Почта России, видишь? Тебе нужно выпросить свою кнопку. Найти и самому забрать, потому что тебе никто ее не даст, не доставит домой. Ее нужно тебе самому забрать. Поэтому, Жека, вперед. А ну, говнюки, отдавайте мою кнопку! Паскуды, давай, давай. Тебе нужно их всех убить. Понимаешь, Жека? Хорошо, тупые почтальоны. Я вам отомщу за свою серебряную кнопку. Подожди. Да, отомсти. Давай, Жека, отомсти. Ой. Только не ресаются, мне кажется. Да, блин. Почтальон. А там что-то падает, да? Ой, какой-то... Почтальон! Смотрите, он написал! Почтальон! Ну, почтальон России, да, это же почтальон, и что тебе не нравится? Давай. Ну да, правда, почтальон пишется немножко по-другому, но ладно. Жека, я не знал, прости. Как бы это троллинг, не? Давай, убивай почтальона. А, да, точно. Чё, я их убил! Ну, подожди, иди сюда. Ой! Жека, смотри, тебе нужно попасть в этот фургон. Видишь, тут ящики, тут посылочки. Может... Хотя почему может, как бы то. Ой. Ай, он может. Жека, твой. Да подогоди ты. Да куда ты? Я сейчас. Я сундуки смотри. У короче этих пошленных уже. Да. Думаешь, ну ладно, давай. Ой. Ой. Да, ищи пропуск. Давай, Жека. Обманул! Ищи пропуск в этот фургон. Нет, ничего нету. Ну ты все как бы. Ты все прочекал? А, тут еще и ящики. Ё-моё. Тебе нужно найти какой-то пропуск, чтобы попасть в этот фургон. Там твоя золотая кнопка. Давай же. Ой. Чё-то нету. Я не понимаю.
Чё-то нифига нигде нет ничего. Чё-то нету. Мэдисон, тут ничего нет. Ничего нету, да. Ой. Да. Ой, ну ладно, может там ничего нет. Ладно, Жека, тогда посмотри вот тут обстановочку, может... О! Ладно, пошли, Жека, посмотрим. Нужно добыть как-то твою золотую кнопку, понимаешь? Давай, пошли посмотрим, пошли, пошли. Может, где-то тут есть какой-то способ залезть через черный вход куда-то, не знаю. Давай, Жека. Вот сюда, может, вот. Во, молодец. Так, понятно, это миссия невыполнима. Да. Блин, там сундук, но я боюсь туда спрыгивать. Тебе нужно туда спрыгнуть? Нет, нет! Нет, дебила, кусок! Пропуск, там был пропуск! Там, какого чёрта? Там был пропуск, давай, Жека. Только тебе нужно туда спрыгнуть. Нет, нет! Жека, тебе нужно туда спрыгнуть, понимаешь? Да как там пройти? А, нужно обойти, я понял. Всё. Давай, Жека, давай. Давай. Что это мы понастроили? Да ничего, давай, тебе нужно достать этот пропуск, давай. Ой. В смысле, тут этого не было? А, уже есть. Ну просто ты не по правилам играешь, поэтому давай. Ничего не понял. Нет. Ладно. Все, взял! Отлично! Четко! Как, конечно, не так нужно было, там ты и так мог достать к сундуку. Ну ладно, пускай так будет. Ой, да ты меня заколебал уже. Так, давай, Жека, давай. Так, ага, и что, от чего этот пропуск? Этот пропуск от этого фургона. Как бы тут код. А может, какой-то есть другой вход в этот фургон? Через крышу, допустим, опять? Давай. А, да? Да, так может, даже? Может быть. А в доме ничего нет? Ой-ой-ой, тихо. Так, через крышу, да, говоришь? Да. Ага. Так, мне кажется, здесь тоже ничего нет. Не просто так здесь дом-то. Ага, ага. 69. 69, да. Это у нас первые две цифры, да? Да. Так, и вторые 53. Да. А кнопка есть? Какая кнопка? Ну кнопка твоя золотая, которую через Почту России доставляют. Кнопки нет! Нету кнопки. Ладно, давай, выбирайся из этого фургона, значит тут нету. Да, давай. Ну, выбираешься? Что-то код не подходит. А, вот, значит, подошел, да. Mm-hmm. Давай. Теперь так, тебе нужно попасть в дом, да. Давай, попадай в дом. Ой, как, ой. Так, хватит меня бить. Да дебил, дайте мне пройти в эту дверь. Давай, Жека, давай, заходи. Я тебя уничтожу, я его уничтожу. Давай. 53, 69. Ну, молодец. Всё, молодец. Теперь, Жека, так, тебе. Вот, да не, туда ты не пройдешь. Тут почтальон. Видишь, почтальон тут. Почтальон. Так, письмо нужно. Письмо нужно почтальону. Но тебе нужно накатать вот это письмо, да? Но как писать ты не умеешь, да, грамотно. Поэтому я буду вместо тебя писать. Давай, диктуй мне письмо. Ты жалобу должен накатать, понимаешь? Типа, жалобу, где моя паскуда, там кнопка золотая. Хорошо, давай. Высказывай все, что ты думаешь, просто все, давай. Как ты ж вы ж твари, говнюки, вывезли мне 1.5 года мою серебряную кнопку. Если я сейчас не получу свою золотую кнопку, я взорву к чертям вашу Почту России. Вот. И еще что-то прям финальное, вот прям чтобы у них забомбило, давай. Типа... Эх, вы ж падлы. Вот на падлы они точно обидятся, я просто уверен. Держи. Покупай. А, это есть письмо, да. Они тебе дадут пропуск на склад, чтобы ты сам нашел свою кнопочку. Давай, вот сюда. Давай, Жека. Где-то... Ой, ты видишь, какой у них склад, Жека? Видишь, какой склад? А что ты делаешь, туалет? Я и говорю, ты видишь, какой склад у Почты России? Они хранят твою посылочку, твою золотую кнопку после туалетов. Как бы, ну, негодно так, негодно. Ну, давай, ищи свою кнопочку. Она где-то тут должна быть. Сундук не открывается. Ну, Жека, я тебе уже дал подсказочку. Почта России настолько убогая, да? То, что хранится в туалетах, да? Возле туалета. Ну, может. Ну, где-то там твоя кнопка. Туалета. Где-то твоя кнопочка там плавает, как андюлях, да? Поэтому. Может тут? Нет. Ну давай, ищи ты уже, давай, Жека, давай. Где-то может я она. Я все тут посмотрел. Да. Ты возле туалета, хорошо. Mm-hmm. Это бумага, нет. Она нет. Подсказочка еще одна, она плавает в какандюлях, Жека, в какандюлях. В какандюлях. В какандюлях. Ш-
что это значит? Ой, ну в какандюлях. Жека, под туалетом, в какандюлях плавает. Какую тебе еще подсказку нужно дать? Ну вот, тут вот, тут нет ничего. Какандюлях. Под туалетом. Нет, Нашел? А что это звук был? А я не знаю, первый раз такое слышу. Как ты это сделал вообще? Как ты это сделал? Смотри. А что ты делаешь? Shift и правка мыши. Я думал, это ты уже там так быстро все включил. Ура, золотая кнопка, все, куда мне идти? Нашел ее, Да. Так. А что, думал, ты думал, я твою золотую кнопку смою в туалет? Я настолько придурок, Жека? Нет, вот в чем смысл, Жека, понимаешь? Как бы кнопочку ты достал, все нормально, но тебе нужно пропуск, чтобы, знаешь, там сняли вот этот магнитный замок с твоей кнопочки, да, и выпустили. Понимаешь? Угу. То есть она еще там в архивах находится, то есть нужно выпустить. Поэтому давай, Жека, давай мне кнопочку, я ее сейчас размагничу. Давай. Нет, не хочу, нет, моя кнопка, давай. Нет, в смысле твоя кнопка? Ну, короче, мы попали в цех, где я размагничиваю твои посылки, знаешь, чтобы все нормально было. Вот, сейчас нужно ее туда кинуть. Ой! Ой, Джек, уйди. Вот там посылка размагнить. Хочешь сам? Может, не надо? А, в смысле не надо? Вот. Ну, тебя не выпустят с этой... Жека, ты... Дай я сам кину свою кнопку. Жека, ты убежишь, я знаю. Нельзя. Нет. Просто это моя кнопка, поэтому я хочу сам. Ну в смысле сам, я же тебе помогаю. Ты не докинешь туда, понимаешь? Нет, давай я сам. Моя кнопка, я должен сам ее кидать всякие. Ой! Вместе с твоей кнопкой! Ой-ой-ой, это не цех размагничивания! Иди в жопу, нет! Я побежал! Куда бежать? Куда? Не, Жека, так это не работает. Он опять не по правилам играет. Видите, он опять играет не по правилам. Моя кнопка! Пошел! Никому не отдам! Так, Жека, ты играешь не по правилам. Жека должен был. Пошел в жопу! Моя кнопка! Не! Ты так сдох! Ты, Жека, ты не по правилам играешь. Меня так, кстати, не переживай. Все, я пошел прощаться. Спасибо за просмотр, я получу золотую кнопку. Да, Жека получит свою золотую кнопку через 2 годика. Будем ждать, пока Жеке придет кнопочка. Ой. Да. Ну, пускай Жека хотя бы поставит свою золотую кнопочку в Майнкрафте, потому что в реальной жизни ему ее никогда не видать. Поэтому тешься своей золотой кнопочкой. Ребят, ставьте большущие пальцы вверх на эту серию, да, Жека? Не плачь, ты получишь свою золотую кнопочку, я уверен в тебе. Поэтому, ребята, ставьте, чтобы Жека не плакал, ставьте лайки. Я две получу, как серебряные, получу. Да, конечно, тешь себя, утешай себя. Поэтому, ребята, большущие пальцы вверх ставим, больше серий с троллингом выходит. Даже не даст. Да, и, ребят, не забывайте писать ваши комментарии, нам очень интересно узнать ваше мнение о видео, я тут сбиваю, все, до свидания. Да, ребята, всем пока.